Всем привет, это Александр из Зеленограда, Москва. В этом видео расскажу о новой функции в YouTube, называется поиск поклонников. Она совсем недавно появилась и она совершенно бесплатная. Заходим в менеджер видео. Нам нужна вкладка настройки канала. Вот она, эта функция, поиск поклонников. Она позволяет располагать видео, и YouTube сам с помощью этих видео будет искать вам поклонников. Располагать можно максимум 5 видео. Я их уже здесь залил. Сейчас я одно удалю, покажу, как это делается. Здесь вы можете почитать подробнее. Нажимаете выбрать другое рекламное видео канала. Здесь выдается список видео, самые новые, можно лидеры просмотров выбрать. И здесь выбираете видео. Видео, короче, 2 минут. Здесь выбираете видео. Или вы можете вставить ссылку на данное видео из адресной строки. Сейчас, к примеру, какое-нибудь видео сделаем. Открываете свое видео. Правой кнопкой мышки нажимаете в адресной строке, копируете. Здесь правой кнопкой вставить и сохранить. Либо просто нажимаете на видео и будет открываться видео. Сохранить нажали, и вот это видео добавилось. Вы можете посмотреть Google аналитику или удалить видео, поменять его на другое. Максимум 5 видео. Удалим. По лидерам просмотров посмотрим. Трансформация салона на Honda Fit. Сохранить. Вот оно появилось. На этом все. Такая новая функция появилась на YouTube. Используйте ее для продвижения своих видео. Всем счастливо. Если вам видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, советуйте друзьям данное видео. Счастливо, пока.